Для того, щоб влаштуватися на роботу у солідну компанію, ще недавно необхідно було пройти декілька співбесід. Сьогодні претендентів на престижні посади часто перевіряють на детекторі брехні. Поліграф став повсякденною реальністю кадрового бізнесу. Ним користуються навіть малі та середні підприємства, а великі компанії мають для цього власну апаратуру. Чим же зумовлене це бажання роботодавця контролювати працівника на рівні фізіології? Многие руководители хотят своих сотрудников, например, держать в каком-то страхе, потому что, зная их подноготную, можно так сказать, да, они будут манипулировать своими подчиненными. Другие руководители действительно из добрых каких-то побуждений хотят при устройстве на работу, при тестировании своих сотрудников, если эта работа связана с какой-то коммерческой тайной или государственной тайной, или бизнес-тайной, да, они хотят знать, будет ли надежен этот сотрудник для дальнейшей работы. Перевіряються на детекторі і претенденти на робочі місця, і вже працюючий персонал. Чоловіка можуть перевіряти перед прийняттям на роботу, на його якусь лояльність. Наприклад, як він попав на цю роботу, які у нього мотиви з приходом на цю роботу. Може бути, хтось його попросив прийти на роботу, ну і так далі. І працюючий персонал – це вже йде чисто профілактика. Працюючий персонал для того, щоб... Это является очень таким сдерживающим фактором, что если человек знает, что он проходит эту проверку регулярно, например, раз в год, то у него будет страх уже что-то сделать противомерное, противозаконное. Так как человек уже, который прошел один раз такую проверку, он возвращается в коллектив, он рассказывает об этой проверке, он говорит о том, что как это все происходило, человек, который коллега его это слышит, он же вряд ли захочет что-либо совершать, чтобы еще раз не пойти на эту проверку, поскольку он понимает, что это такое, обмануть полиграф нельзя, поэтому это является большим сдерживающим фактором. Знайти способи викрити брехню люди намагались ще в давні часи. Тоді теж використовували своєрідні детектори, щоправда, мало схожі на сучасний прообраз цього апарату. В Індії, наприклад, підозрюваних виводили на площу та одночасно із відповіддю на запитання примушували бити в гонг. Збився з ритму, отже збрехав. В Китаї під час допиту зловмисникам набивали повний рот сухим рисовим борошном. Сенс тесту простий – винний той, хто не зумів продовжити бесіду. Перші, більш-менш схожі на сучасні, поліграфи з'явились у минулому столітті в Америці. Європейські спецслужби також охоче використовували такі апарати для отримання потрібної інформації. Поліграф – це сенсорний блок. Він знімає показники з датчиків та синхронно виводить їх на екран монітору. Тут ми бачимо такі датчики, як два датчика дихання, датчик кожного гальванічного рефлексу і датчик фотоплітизмографу. Вот, в принципе, есть еще датчик, это манжета так называемая, и есть еще датчики движения. Данный прибор реагирует на физиологические изменения организма человека в ходе проведения теста. Если человек в ходе проведения теста испытывает стресс, то есть ложь или обман, его организм непроизвольно и ему неподконтрольно проявляет вот свои физиологические реакции, такие как он может, у него может сбиваться частота дыхания, у него могут расширяться и расширяться сосуды, он может потеть. Это те реакции, которые человеку не под контроль. Звичайне тестування триває мінімум 2-3 години. Но состоит из тестов определенных. Один тест может включать в себя от 6 до 12 вопросов, и один тест повторяется всегда не менее 3 предъявлений для того, чтобы набрать статистику. Если же проводится экспертиза, то это могут проводиться даже пару дней, по 5 часов каждый день, для того, чтобы безошибочно дать результат. Для цієї програми спеціалісти провели експрес-тестування. Вся процедура тривала не більше півгодини, разом із підготовчим етапом та безпосередньо відповідями на запитання експерта. Ввести в оману розумний прилад особисто мені не вдалося. На спробу заперечити власне ім'я кілька разів мій організм вперто видавав нервову реакцію. 98% на ім'я ваше ім'я Лена, ви мене обманули.
Дехто стверджує, що обдурити поліграф цілком можливо за допомогою різноманітних хитрощів. Радять підкладати кнопки у взуття, приймати лікарські препарати певної спрямованості, алкоголь або просто не спати понад добу напередодні тестування. Але кваліфіковані експерти досить легко відстежують ці намагання. Дані от дії це є протидія поліграфу. И таким противодействием у нас есть определенные методики по выявлению данного противодействия. Это говорит о том, что человек противодействовал проверке, и это может свидетельствовать о какой-либо или таинстве его, или он не хочет что-то рассказывать, или скрывает от нас какую-то информацию. Як і у будь-якому тестуванні, при використанні поліграфу велике значення має професіоналізм експерта. 90% результатов зависит от специалиста, а 10% от машины. То есть как специалист интерпретирует те данные, которые ему дают. Там же идет только как бы, да, датчики показывают кривые, изменения кривых линий. А уже как специалист интерпретирует, сколько у него практики работы, то это зависит очень много от него, от специалиста. Спеціальність експерт-поліграфолог з 2010 року внесена до реєстру по професії України за номером 2144.2. Незважаючи на відносну новизну цього фаху, в Україні вже існують професійні об'єднання поліграфологів. Колегія поліграфологів – це общество, яке створено з цілею того, щоб поліграфологи ділилися своїм опитом, тому що ця професія ще у нас в країні не настільки розвита, але вона набирає обороти, і це те місце, де люди спілкуються, діляться опитом, як я сказала, проводяться міжнародні конференції, у нас вже було 3 міжнародні конференції. В Кореї допомагають підготувати нормативні документи, законопроекти, які розглядаються і будуть регулювати питання діяльності поліграфологів. На сьогодні використання поліграфу чітко не регламентоване чинним законодавством. Чітко прописані норми, конкретно, яка може фразу від сих до сих сказати, к великому сожалению, у нас в законі ні одного, такого ні. Не то, що в законодательстві України такого ні, такого ні конкретики в законодательній частині всього світу. Опять же, чому? Тому що даний апарат, он не имеет четкое ограничение, он развивающаяся часть его постоянно, потому что это, хоть у него история большая у этого аппарата, но он относительно недавно был введен вообще в пользование, в обиход, потому что да, мы знаем, что у нас полиграф был сугубо связанный с деятельностью полиции, милиции и так далее. Сейчас его начали очень широко распространять в деятельности любой, связанной с какой-то тайной. Втім, роботодавці знаходять можливість примусити працівників або потенційних співробітників до тестування. Законодательно можна сказати, що косвенно там все прописано. Путем вопросов, путем подписания договора, имеющих определенные пункты. Да, вот когда у нас человек принимается на работу, он подписывает коллективный договор. В коллективном договоре есть инструменты, по которым человек соответствует той или иной профессии, должности, профессии, должности. Соответственно, полиграф может быть включен в нее. Почему? Опять же, потому что он не нарушает законодательную часть. Как законодательную, так и конституционную, потому что в первую очередь мы граждане Украины, либо же другой страны, и все, что Конституцией нас не запрещено, он не наносит никакого физического вреда, морального вреда. Разом с тем, психологи вважают, что эта процедура не такая уже и не шкідлива. Вопросы задаются разные. Вопросы могут касаться и какой-то своей частной жизнью. Это получается внедрение, то есть втручание в частную жизнь. И поэтому каждый человек это воспринимает для себя в стрессовом состоянии. И любой прием на работу, любое собеседование для человека – это стресс. Проте миколаївці, яких ми спитали про готовність пройти тестування, практично одностайно погодились на це у разі необхідності. Питання це будуть на робочу тему. Ви б згодились? Да. І вас би ніякі не смутили питання? Ні. Вам нічого скривати? Ні. Думаю, да, потому что у меня такая ложь всегда была. Если при приеме на работу ваш работодатель предложит вам пройти детектор лжи, как вы отнесетесь к этому? Наверное, нормально.
согласитесь? Да, конечно. То есть скрывать нечего? Ну, мне кажется, если работодатель будет платить хорошую зарплату, то скрывать будет нечего. Смотря какая работа, если я по своей специальности, я отказался бы, да и все. Если бы для меня была важна эта работа, то я бы, наверное, пошел бы, конечно. Да? То есть скрывать вам нечего? И вы... Если мне нечего скрывать, если эта работа меня интересует, то, наверное, бы я согласился. Слід пам'ятати, що випробування на поліграфі – процедура винятково добровільна. Більше того, має бути підписано письмове погодження. Если вы подписали даже письменное согласие, а потом на это вы передумали работать, либо же вы передумали работать на той или иной должности, которая требует использования этого аппарата, вы имеете право отказаться. Вас никто не принуждает, вас, ну, как бы обязаловки такого понятия нет. Если это соответствует, опять же, должностной инструкции. Потому что если вы планируете стать, там, извините меня, директором большим какого-то огромного банка, и по должностной инструкции там какие-то акционеры это требуют просто, то есть просто вы отказываетесь и не становитесь этим директором. Певні категорії населення не повинні тестуватись на поліграфі за будь-яких обставин. Кого нельзя тестировать? Это психотипные личности, то есть психопаты социальные. Их нельзя тестировать, потому что они действительно заведомо дают, как бы, они находятся в другой реальности, то есть, и шизофреников нельзя, шизофренические личности тестировать, потому что у них картинка накладывается одна на другую, и у них действительно воображаемое становится явью, то есть, они спокойно отвечают на все вопросы, да, там, как бы, и полиграф показывает неправдивые результаты, то есть, потому что они принимают психотропные какие-то вещества, то есть, они находятся на медикаментозном лечении. Нельзя тестировать детей до 18 лет, насколько мне известно. Нельзя тестировать беременных, начиная со второго триместра. Останнім часом в Україні поширилось коло професій, для яких використання поліграфу пропонують зробити обов'язковим. Це, зокрема, співробітники силових структур та посадові особи. Всем известна нынешняя политика, то, что все у нас меняется, идут какие-то реформы, то все хотят прозрачности и чистоты. И вот дополнительным способом получения информации, достоверной информации, это полиграф. Потому что, в принципе, рассказать можно все, проверить можно все, но ввиду находчивости людей можно что-то скрыть, что-то сделать так, чтобы это осталось незамеченным. А то, о чем знает только сам проверяемый. Если говорить о проверке чиновников, то такие проверки помогут подтвердить или опровергнуть их слова. А тим часом результати поліграфічних досліджень вже беруться до уваги під час розгляду кримінальних справ та прийняття судових рішень. Щоправда, лише в якості непрямих доказів. Исходя из опубликованных судебных решений на территории Украины, в 80% случаев судьи при принятии решений или вынесении приговоров по уголовным криминальным делам принимают во внимание заключение специалистов или экспертов-полиграфологов в качестве доказательства, ну, после судебных экспертиз психологических, которые были специалистами проведены. Основываясь на данных полиграфа, человека нельзя ни в чем обвинить, ни приложить как это к доказательствам, потому что помимо этого должны быть еще произведены наработки и, соответственно, приведены уже веские доказательства. То есть, грубо говоря, это можно отнести к косвенным доказательствам, которые вот произошли путем словесного волевыявления, и все. Безумовно, поліграф – цікавий та корисний пристрій. Але варто пам'ятати, що він є лише допоміжним засобом для з'ясування необхідної інформації. Никакая машина не заменит наш живой мозг и не заменит человеческое общение. То есть полиграф можно использовать как сопутствующее средство для приема на работу или там в юридических каких-то вопросах законодательных, да. Но и при этом очень важно, не нужно забывать о том, что нужно использовать не только машины, но и людей. Очень много качественных психологов, психотерапевтов, которые могут использоваться для тестирования персонала. То есть есть люди, которые обладают, ну, способностями, которые обучались, которые могут по мимике, по жестам, мы достаточно знаем, что можно определить, лжет человек, не лжет. То есть, отвечая на какие-то вопросы, он, когда обрабатываются анкеты, да, он там
проявляет себя, потому что вопросы могут быть построены так в психологическом тестировании, что человек не поймет, что интересует работодателя. Что именно проверяют? Да, что проверяют именно. Так же самое можно использовать проективные методики, рисуночные тесты, хотя взрослые там очень скептически к этому относятся, но оно действительно показывает то, как человек нас, ну, внутренний мир человека.